Еще одна жертва теракта во Франции. От тяжелых ранений скончался полицейский, который накануне добровольно обменял себя на заложника в супермаркете города Треб. Арнобель травму было 45. Что пошло не так в ходе операции, неизвестно, но когда он остался один на один с террористом, тот выстрелил в него несколько раз. Сразу после этого полиция пошла на штурм здания. Террориста ликвидировали, еще двух подозреваемых арестовали. Напомню, вчера выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира. После этого отобрал машину и открыл стрельбу по прохожим. Потом захватил заложников в супермаркете. Всего жертвами нападения стали 4 человека, 15 ранены. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.